А как ты полез? Ну-ка покажи, как ты полез. Ну-ка давай. Идем, вот тут насыпана зола. А курицы выскочили две и отряхнулись. Издалека я думал, кто-то поджег. Такой дымина поднялся. Что такое колобатюшки опять там по пожарной безопасности? Ты говорили, что беречься надо. Понимаешь, и добегут до него, и так следом все дымится. Ну, они чистятся, отряхаются. Да. Ну, чисто, так издалека тут солнце светит, и они прямо дымина такой. Держи. Так, все. А поговорила? Прокатиться охота? Нет, я хотела тебе сказать. Ну, отойди в сторонку, перегородила. Ты другого места нет, сзади заходи. Ну еще. Едете? Да, сейчас Вачка переодевается, едем, все уже. Сейчас приедем. Что, привет кому-нибудь передать поклон? Как все знают, в Британии каждое утро мне дают сигнал, я не поднимаю телефон. Да. Там два поехали. Но они тяжеленные. Ну, главное путешествие-то из Потеряевки в Барнаул и Барнаул в Потеряевку. Галя, это в Барнаул? Нет. Батюшку довезли. Батюшку на их. Ваня Суворов, к Ивану. Все. Каждый год одно и то же место едет батюшка. Так они, так там... они там-то потом путешествуют, ого-го. Да. Да, они там миссионерствуют. Да, вот здесь сколько они храмов посещают, сколько их. Там мелочи не разбирают. Они большую работу делают. А почему желтенькие? О, а да кому такой букет? Да, видишь, приехала я, цветок мне подарили. Че не ездить по Потеряевке? Тут цветы дарят. Да, тебе дарят? Сади. Возьмутся. Они в Барнаул едут. А почему не возьмут? Тепло. Будешь жить там вот сюда. Уже морозно. А время? Они в Барнаул едут. Поглубже. Конечно. Главное же, чтобы корни не дали. Прикрой, да и кто-нибудь подойдет. Да, дала. Там она впереди у нас. Сейчас. Ух ты. Сейчас я сделаю. Нету еще сейчас. Должен пойти. Да, пошел. Холодает.
готовьте к следующему году. Вот правильно это. Я другим дам знать. А то Сергей парализованный говорит, все напуганы Роснадзором, никто там больше не приедет. Я говорю, наоборот, они нас крепче только сделали. У них суд провалился, больше нигде ничего нет. Судиться, а я говорю, лагерь, да нет, вы чем судитесь, с пустотой, и они отступили совсем. Я его сразу ликвидировал в ту же ночь, в 22:00. Этот вопросов нет никаких. Детей, я говорю, вам никогда не отдам, запомните это. Они Богу принадлежат. Это в кресле Росонати, она уже умирала, а детей я тебе не отдам. Он зарезал ее по подозрению. Да. Всем поклон. Если благополучно будет, 10-го приедем. Нет, значит, дальше обстановка покажет. Меняется. Нужны, не нужны. Раньше нет, а позже можно придержаться. Ты в каждый карман записки положи, еще случится, чтобы знали, откуда ты еще есть. В каждом копия паспорта у меня в каждом кармане. Ну да. Ну ладно, все, простите меня, братья. Бог простит. И благословите. Богом, Богом, Богом. Возвращайтесь. В мире, здравии, духовном себе. Давай, Игорь, подойди, я отойду. Так, подожди. Да. Батюшка уезжает на целый месяц, как всегда. Теперь по монастырям пошел к Ивану Суворову, на Белоруссию, Украину. На месяц уезжает. Бог знает, может, последний раз видим. Ну что, пришла? Уехал хозяин твой. Все, нету. Давай, давай, иди, иди, Вася. Какая кошка замечательная. Карточка на руках, и поднимай, что самая маленькая, что самая думает.
Я не знаю, я подумаю, что делать. Володя, где вообще вижу лишь?